Ежегодно 17 ноября в России отмечается профессиональный праздник – День участковых уполномоченных полиции. 91 год назад была утверждена инструкция участковому надзирателю. Этот документ положил начало формированию института участковых в российской милиции, ныне полиции. Наши корреспонденты узнали, в чем заключается работа участковых уполномоченных в наши дни. Подробности в следующем материале выпуска. Во все времена служба участкового была нелегкой, хлопотной и насыщенной работой. Что значит быть настоящим участковым? Это в первую очередь умение находить общий язык с людьми. Именно это качество помогает Сергею Приставке, 12 лет отдавшему службе в органах внутренних дел, 7 из которых он трудится участковым, каждый день добросовестно исполнять свои обязанности. С утра, значит, в 8:30 прибываем в отдел МВД РФ по Славянскому району на Школьную 301, где у нас, значит, проходит планерка в течение получаса. Задачи, значит, даются руководством, которые в процессе дня выполняются. Также помимо этого в процессе дня поступает еще куча других задач, которые нужно некоторые моментально выполнить. Свою работу он выполняет на должном уровне. Каждый день он приезжает туда, где нуждаются в его помощи. Ведь каждый может где-то оступиться, перейти границу закона, помочь войти в русло нормальной жизни. Вот благородная и гуманная цель участкового. Исполнительный и ответственный человек. Вот так судят по работе участкового жители его подведомственной территории. Ничего плохого не скажу. Замечательный человек. Добросовестный, добрый полицейский. В любое время суток, в любую непогоду участковый остается преданный своему делу. И даже дома он не может спокойно отдыхать. В любой момент жителям может понадобиться его помощь. Несмотря на то, что работа участкового опасна и трудна, Сергею Приставке она нравится. Я уже давно, я уже привык. С каждым годом все сложнее и сложнее. Задач все больше ставится руководством. Остаются те, которым служба нравится. И такие люди живут и служат среди нас, сохраняя традиции старшего поколения участковых уполномоченных полиции. Они достойно исполняют свой трудовой долг, приумножая накопленный годами опыт работы. Надежда Неткачева, Георгий Калинин, программа «События».